почитание при жизни не вы. И вот мы знаем, что ее ходатайство, ее помощь, ее забота о роде человеческом, о всех тех, кто совершает службу и старается жить по заповедям Божьим, она постоянно. Прегрешения мои вольные и невольные. Я же в слове, я же в деле, я же в ведении и неведении. Сподоби меня осужденно, причаститеся причистых твоих тайн, Господи, во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечере твоя тайная дней, Сыне Божий, причастниками оприми, не по врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царстве своем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение причистых твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Снага святаго тела, крови Господа, причащается, как звать? Сергей, оставление грехов его и в жизнь вечную. Аминь. Снага святаго тела, крови Господа, причащается, как звать? Андрей, оставление грехов, жизнь вечная. Аминь. Честного святого тела, крови Господа, чаяется. Как звать? Ну, Кирюша, открывай ручку сейчас. Тело крови Господа причащается. Наталья причащается, восставление грехов и жизнь вечная. Знак святого тела крови Господа причащается. Галина, восставление грехов твоих и жизнь вечную. Аминь, Галина. Знак святого тела крови Господа Анна причащается.
оставление грехов ее и жизнь вечную. Все погибло.